Вот и подходят к концу выходные. Уже воскресенье, 15 октября за окошком. С вами вновь Сережка. Кожу ласкает теплом Факеева Елена. Кожу ласкает теплом далью лесной и волнистой. Солнце осенний поклон, словно на шее маниста. Ветер сквозь шорох и свист звонко метет вдоль дороги. Пестрый раскрашенный лист, нежный, хрустящий, нестрогий. Если на свете резон быть для кого-то загадкой, сквозь затихающий звон поздней рябины несладкой. Запах листьев. Илья Трофимов. Запах листьев с волнительным запахом кожи. На сентябрьском солнце таинственно схож. И волнуется древний властитель высот, будто пасечник старый над запахом сот. На этом у меня пока все. Скоро вернусь. Не грустите, не унывайте, оставайтесь в хорошем настроении. Пока.